Новым годом и с тем, что в Ленинском районе на сегодняшний день уже одна лыжная трасса появилась. Также у вас в этот зимний сезон появится еще трасса вдоль озера Смолина. Помимо этого, в других парках и скверах города Челябинска также будут созданы условия для того, чтобы жители нашего города занимались физической культурой, оздоравливались посредством лыж. В сквере Плодушка открыли две двухкилометровые трассы. Одна из них предназначена для классического хода, а другая подойдет для конькова. Жители Ленинского района появление лыжни восприняли с энтузиазмом. Среди сторонников активного образа жизни оказалось множество тех, кто всерьез увлекается таким видом спорта. В свое время я в этом саду сам прокладывал лыжню по периметру его сада и сам катался на лыжах. В вечернее время освещение было, вот здесь сделали все нормально. А тогда освещение было, это энергетика, улица та, которая идет, и где эти теплицы. В ближайшее время такие же трассы появятся и в других районах города. Помимо этого, у нас также будут еще подготовлены трассы в этом зимнем сезоне в Никольской роще, в экопарке, озеро Смолино и Первое озеро. Также для жителей Северо-Запада будет подготовлена лыжня, которая соединит наш лыжероллерный центр «Карпов пруд» и конно-спортивный комплекс «Рифей». Общая протяженность трасс в новых местах до 2 километров.